Друзья, всем привет, канал Карим Фраиль, канал обо всем. Сегодня находимся в городе Казани. Вот, останка 39 квартал, вот столб железобетонный, большой. Вот. И если посмотреть, этот столб уже такой древний. Давайте посмотрим. Трещина. Угу. И еще две трещины. И выше. Вон, все видно. Друзья, как вы думаете, когда он развалится? Когда упадет? Да, надо отметить, что он нагрузку несет. Посмотрите, провода на нем. Да. Ну, это обращение мое к руководству города. Когда столбы поменяете. А следующий столб такой же, посмотрите. Свежие. Прям свежие трещины. Посмотрите. Арматура видна. И так до верха. Этот столб, если рухнет, он может причинить вред здоровью, жизни людей. Не жалко, если это произойдет. Свалится этот столб на машины наших руководителей. Разных. От самого верха до самого низа. Этих не жалко, они должны смотреть. Да, всегда может получиться так, что совсем наоборот. Смотрите, исправляйте свои ошибки, работайте. Понимаешь, что работы много. Зарплату получаете большие. Выбрали вас, чтобы вы служили людям, служили нашей республике, этой стране. Тысячелетний город, вроде как бы столица Татарстана. А вот такой косяк у них имеется. Друзья, напоминаю, что мы находимся на канале Карим Фравиль. Канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Будьте с нами. Вот, руководству. Приводите город окончательно в порядок. А то получается, как будто бы, знаешь, лицо помыли, а задницу забыли. На до свидания всем. Спасибо, что были на моем канале, что смотрели меня.